Всем привет! Сегодня 13 ноября 2022 года. И мы снова хотим вас поприветствовать с милейшей девочкой Чихуахуа по кличке Лилия. Девочка Лилия, которой исполнилось 5 месяцев, буквально 11 ноября. В поисках самой лучшей ответственной семьи. Я хочу про нее рассказать поподробнее. Девочка в поисках папочек и мамочек не дает мне говорить. Это милое создание, ласковая малышка. Больше она не вырастет. Чихуахуа и мелкие породы растут примерно до 5 месяцев в холку. Она немножечко еще возмужает, но у нее и так очень хорошая широкая грудка, толстые лапки. Она совершенно не длинноногая. Девочка коренастая, очень мягкая и нежная, красивым. Разукрашена таким окрасом. Она чисто белая, с крапушками рыжими на ушках и сзади на спинке. Вот такое чудо. Это дочь нашего Елисея, двукратного чемпиона России. Это внучка нашего Мажорика. Вот такая красотуля. Ушастая-ушастая. И правнучка даже нашего Филиппа Рыжего. Вот такая чудесная. Ушки стоят крепко. Девочка не имеет ни единого дефекта. Имеет документы клуба. Полностью привита с бешенством. Чипирована. И готова переехать в любящую семью. Девочка общительная, игривая и неназойливая абсолютно. Вот покладистая дитё. Может быть, как и первой собачкой. Может быть, и собачка и второй, и третий. Поэтому, кто влюбился вот в эти черные глазки, черный носик, добро пожаловать в питомник за нашей красавицей. Девочка продается за 80 тысяч рублей. Если мы с вами договоримся, может быть и небольшая скидочка. Особенно это касается тех, которые уже имеют наших выпускников. Эта девочка обязательно сдружится с вашими собачками, со всеми вашими близкими. Можно в семью с детками, но не с маленькими. То есть вот девчоночку уже можно одевать на поводочек и идти гулять. Видели, какие ушки? На улице у нас сейчас гуляют все наши собаки. У нас прекрасная погода, и Лилечка сейчас тоже побежит. Она живет уже, общается и с немецкой овчаркой, с нашей, и общается со всеми, всеми чихуашечками. Не обижает маленьких. Ну, характер очень благородный. Не гавкучая абсолютно, то есть гавкать на собаке все умеют. У нас есть доставка по России недорогая, в Беларусь. Ну, а в Европу, конечно, доставка дорогая, но девочка привита российской вакциной, международным чипом, действительным ближним зарубежье. Поэтому только по России желательно. Если вы в Крыму, то добро пожаловать, знакомиться лично с этой лизушкой, красотушкой. Милейшее создание, абсолютно здоровое психически и физически. Малышка-красавица. Нежелательно ее покупать для разведения, хоть она и крепенькая телом, но лучше ее просто любить. Да, просто любить. Дефектов не имеет, зубки в норме, все абсолютно в норме. Прекрасная малышка. Да, прекрасная малышка. Ну, давай помашем лапкой всем нашим друзьям и подписчикам и пожелаем нам найти самую лучшую мамулечку. Всем пока!